Собирательный образ человека, борющегося с лихорадкой Эбола и ухаживающего за больными, назван Человеком года по версии Time. Второе место заняли протестующие в Фергюсоне. На третьем месте оказался президент Российской Федерации Владимир Путин. Четвертое и пятое места заняли лидер иракского Курдистана Масуд Барзани и основатель компании Alibaba Group Джек Ма, соответственно. В связи с тем, что Человеком года стал не один человек, журнал подготовил несколько версий обложки, на каждой из которых изображены врачи, медсестры и волонтеры, участвовавшие в борьбе с Эболой и ставшие известными благодаря СМИ. Напомним, по версии редакции журнала, Человеком года в 2007 году стал президент России Владимир Путин.